Последний билд Chromium на Windows XP 2003. И это не фейк. Правда, он с костылями. Его тяжело сейчас на данный момент заставить работать без проблем. Но тем не менее он работает, гуглит что-то. Что-то находит. Что-то подключается. И это круто, на мой взгляд. Серфит? Все-таки серфит. Ну, не знаю. Конечно, фиксить дофига надо. И без модифицированного ядра запустить не удается. Кстати, последний uTorrent у меня тоже работает. Правда, тоже с костылями, но работает. Не знаю, может быть, зарелижу новый билд сборки. Но пока рано. Багов больше. Вот, например, даже вот просто в Explorer Ctrl-F. Нет, сейчас работает, но он бывает виснет. Вот уже пошел грузить проц. Это все прикол кернела RTM-овского. В общем, надо делать.